представьте себе, ровно настолько, насколько мы сжаты, скованы, ровно столько мы несчастны. Мы сетуем на жизнь, у меня столько в жизни неприятностей, столько в жизни твоей жадности, столько в жизни твоей скованности. Именно поэтому твоя жизнь полна неприятностей. И женщина в конечном итоге должна трансформироваться. То есть смысл женщины в чем? Конечный итог женщины – это две энергии. Это красота и материнство. Материнство, собственно говоря, это включает красоту. А судьба женщины такова, вообще путь возвышения сознания – это всегда путь жертвы. Сейчас это слово крайне непопулярное. Я не хочу себя приносить в жертву. Если вы хотите, чтобы вам принесли жертву, вы будете несчастны. Но смотрите, женщина по своей природе очень слабое существо. Что ей силу дает? Например, вы как слабая женщина никогда в жизни не пойдете в мэрию или к президенту. Вы не пойдете, просто, ну, это не мое, как я буду с ними разговаривать и так далее. Но если ущемили вашего ребенка, вы пойдете? Да. Вы сразу так, да, даже ни за секунду не задумываясь. Почему? А сила проявляется. А как вы думаете, вот такая маленькая старушка, мать Тереза, она была сильная? Она мощная была. У нее не мышцы была сила. А в чем ее сила была? В любви, в материнстве. Каждая из нас должна стать витамином для роста других. Это судьба женщины. Точно.